Копался, значит, я в поисках шахт и вдруг нашел какую-то заприваченную территорию. Решил прокопаться в самый верх и найти центр этого привата. Приблизительно я понял, что это алмазный приват. И мне очень захотелось его взорвать и проверить, что там. Поэтому ставим первый динамит и взрываем. Взрыв, второй динамит и также его взрываем. Дальше два сразу динамита, пусть взорвет еще больше. Потом решил поставить Tire White, потому что обычными динамитами взрывать очень долго. Получилось довольно-таки неплохо, и я вижу, уже выпали некоторые ресурсы. Решил спуститься и посмотреть, что же тут у нас есть такого хорошего. Нашел офигенные ресурсы, такие как элиты крушителя, трезубец крушителя, поножи крушителя. Видимо, тут жил какой-то крушитель, либо же живет. Я должен взорвать эту базу как можно скорее, пока он не пришел обратно на свою базу. Ставим еще один сочный динамит, взрываем и смотрим, что же у нас тут выпадает. Огромное количество каких-то талисманов, либо тотемов. Давайте смотреть, какие они. В общем, с его базы мне удалось залутать вот такие вот ресурсы. А снимал я на моем проекте Green Time.